Саша, я ничего не понимаю. Трансфокатор, вот. Заезжай на него. Где? Что нажимать? Ну, вот, трансфокатор, вот. Нажми вот, мне, вот нажми, сюда, вот нажми, сюда. Чтобы ехала. Ну, вот, вот она едет. Нет, сюда, она, сюда. Ключи она не снимает. Снимает почему? Все нормально снимает. Нету рек. Вот ты нажимай кнопку. А, кнопку. Есть рек. Вот и потом стоп тоже самую кнопку нажимаешь, и все. Вот медленнее, медленнее водишь. Дело попугая. Здесь в историю дипломатов, да.
Я вас снимаю, ребята, я снимаю, повернитесь все. Слава, поверни всех, пожалуйста. Разверни. Разверни. Саша, о, да. Я хочу позвонить Пете Ленкин. Да, сейчас да. Я приехал, здесь отдыхаю. Давай, звони, давай. Звони, скорее. Давай, звони сейчас, прямо при тебе, давай. Да ну. Антон, давай, все. О, yes. О. Нет, туда. Да, я вам снимаю, давай, звони сейчас. Скажи, от Катьки привет, скажи, да. Давай. 8-712. Ну, давай. Пока можно выпустить. Саня, ну лучше скажи, когда обратно едешь? Завтра вечером. Завтра вечером? Да, 8 часов. Позвони мне сегодня часов 7. Я да? дома буду. Да, я обязательно позвоню. Давай, приедешь, раз ко мне в гости. А мы у Сереги будем. Нет, там Сереги да? компания собирается большая. Там. Мы там будем, да. Да мы увидимся еще, Антон. Звони, пока не побудем. Да, я, нет, я твой, я Ольгу писал. Я умудываю. Нормально. Счастливо. А то, ага, молодец, что приехал, молодец. Пошел. Валерке жалко не было. Ну и ладно. И так пошли. И дождь пошел, да. Коля растет. Ребята, у нас вина еще много, между прочим. Вина еще много. Да, у нас полно. Что сейчас? А мы портфель привезли, как теперь мы выкатим. А мы там все. Макс, я тебя потерял. Кого ждешь? Я Макса ищу с альбомом. Где? А я девчонкам дам альбом. Последний остается. Вот именно. Чтобы еще эти пазики понимать, что ты в Москве. О, ес. Ничего страшного, я тебя завтра вряд ли увижу, поэтому.
Где они свистят, я не понимаю, где, кто там свистит вообще? 28. Подожди, нет. 58. Это же не так просто все сделать. Я согласна. Как минимум. Все, совершеннолетние у девушки, все. Панорама, панорама, панорама. Сейчас панорама, сейчас снимаем. Панорама. Туалета или нет, в конце концов? Беды! Полная беды! Ну давай, я ему даю, а он не берет. Коля, ну сколько ты будешь там стоять-то, в конце концов? Вот, вот, наконец, освободил. Освободил, да. Освободил, да. Ты уже освободился, да, нормально все. Вот. Сейчас снимай, смотри, возьми. Катинит, ничего. Это скрытая камера называется, да. Что он там, что он ей говорит? Что он ей там говорит, понимаешь? Ну что они, ну... А, ну да, я понял, да. Слава уже голову уронил, уронил голову, так все, так. Сейчас опять начнет, смотри, опять объясняет, смотри. Внимательно объясняет, что там. Паша сел, да. Паша сел, они что-то там объясняют, сейчас, смотри. Внимательно так следим.
Сав, расскажи им, расскажи им, как ты... Слав, ну расскажи им, пожалуйста, вообще, как. Они же ничего не знают, Слав, они ничего не знают. Ух ты! А он это любит! Кожаную плетку еще нарушит! Нельзя! Слава! Ну блин, ну хватит! Мне все надеют, я хочу Поехали, Слава, поехали. Слава, поехали. Я ну да. Свои компании качают, свои компании. О, ес, о, ес. О, ес. Саша, это мы. Вот здесь мы, Чё? Я же ребят сейчас снимаю. Проводим вот время. Да, проводим время, да, 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 да. Мы можем там. Где это самое? Кого там? Я не вижу их там. Кого снимать-то не знаю. Лёш! Копи давай! Что значит слава? Что здесь слава? На, копи! Кратак! Хамелеон! Это я. Ты меня узнаешь? Я все уменьшаю, уменьшаю. Я узнаю. Я уменьшаюсь. Ты меня узнаешь? Узнаю. Я узнаю тебя. Я тебя узнаю. Все отлично, молодец, хорошо. Снялся, молодец. Фотографировал отлично, хорошо. Ну зачем так долго лежал, непонятно, как и есть. Я такую машину и продавать-то не собираюсь. Потому что она скоро будет реалитет. Ведь таких машин даже нет вокруг. Ага, давай, давай. Вот. Вокруг нет машин. Просто сам снимать. Если ее покрасить еще в какой-нибудь черный цвет, она будет как Бьюик, наверное. Да, едем и все. Так вот, спокойно, в первом ряду. Да, конечно. Здесь на автобусе 20 минут ехать всего. Да. Не больше. Тогда тем более быстрее. Вот церковь, Федоскинская. О, красивая церковь. Ближайшая от меня. Вообще, казалось бы, машина вообще реалитет. Однако же человек вроде при деньгах, а ездит на этой же машине. А, на, да, вот, а ему нравится, он ее специально. Я тоже понимаю, специально это кайф. Да. Я понимаю, это кайф, да, когда вот, знаешь, старая, он может купить, надежная, неубиваемая машина. Вот. Ты тоже говорит, в принципе, так надежно. Надо было на ней на юг. Я в следующий раз поеду на ней на юг.
может принести тут поеду. Ну, в Коктебельку тоже надо будет заехать, блядь, недельку. Ну, потом, кстати, да, для природы тоже хорошо иногда вот. Да мы в Москве думали тоже, можно сидеть, дня на три хотя бы, да. Ну, там почувствовать, нет, чтобы это... Нет, можно недельку там, а потом уже... Мне кажется, там долго и трудно выбежать будет, потому что вечера в Москве... Я у сына сначала Audi 80 была, а потом у себя Audi 100 купил. Сейчас он ее продал уже. Ты отлично выглядишь сейчас. Ты же просто выглядишь очень хорошо. Я... Слушай, Люд, ты знаешь, что я всегда честно все говорю. Я вообще всегда говорю честно. Когда выглядишь хорошо, знаешь, я так и говорю. Правильно, Серега? Я там руку тяну, не знаю, тут просто себе. Нет, нет, наоборот, я точно так. Понятно, это самые замашки кошачьи. Ленка тебе привет передает, Ольга тебе передает привет. Лёд, мы же не знаем, куда нас занесет, поэтому мало ли, у нас должно быть всегда побольше с собой, мало ли. Ну нет, мне мама сказала, что я не обрался, у меня машина сломала. А, ты тоже так думаешь? Нет, ты просто идешь в твоем мнении, что я нарочно сломал машину, а потом меня прошел перенос. Я просто хочу, чтобы ты это узнал, а для меня немножко совершенно придумали такие вещи. Я нарочно сломал машину. Понятно. Такое это может быть. Уже сделали все. Лучше просто подарить кому-то. Я ей дарил, а она не брала. А теперь уже поздно. Ничего не вижу я. Ничего не вижу. Наливай. Ну хорошо, сейчас. Привет. Привет. Ну как тебя зовут вообще? Я не помню, а? Я тоже не помню. Как тебя, Люд? Давай, Люд, как тебя зовут вообще? Ну, здорово. Забыла совсем. Как тебя зовут, Люд? Не помню, да? Не знаю. Ой, какая. Я даже для тебя сейчас немножко другой. Давайте сюда, будешь? Ну, ребят, все могу вам сказать. Спасибо, что приехали. Жду вас в следующем году обязательно. О, молодец, правильно. Вот. А что, мы и раньше приедем. Уже все приехал, тормозит. Наверное, один, приехал, да. Один круг, она один круг и все включил. Вот даю. Как мы живем, как мы отдыхаем. Да, они говорят. А это он оставил? Это заработал. Заработал 100 рублей. Заработал, да? С неба упал 100 рублей. Больше не падает, может еще раз прыгнуть, еще упадет. Вот так мы деньги зарабатываем, да? Да, вот так мы зарабатываем деньги. Вот так всю жизнь зарабатываем деньги, вот никак ничего не заработаем. Не говори. Ну что сделать? Ну серьезно, ну что сделать? Ладно. Зато теперь у тебя есть. Зато есть у тебя на видео хоть что-то такое, да, что ли, да, есть, есть, конечно. Помаши ручкой, ручкой помаши.
медленно, Серёж, надо медленно. Медленнее, вот. Еще медленнее. Ну чего не слышно? Ну наехали. Да. Еще раз переживаешь, что тут есть. Да. У нас все дороги мы так, на Лисе Буку снимали всю дорогу. Нет, не развернуться никак. Трасса. Да я, Саша, я здесь. Я думаю, что получилось. Ну, широкий. Я стекло открою до отказа. Ага. О. Ну, сейчас нормально. Вот, вся я останкиваю, видно сейчас все. Прямо. Да, ну как так? Антон же там на скрипке играл, боже мой, играл, как же? Сейчас не играет, да. Играл на скрипке. Ну, зигу, наверное. На время постоять. От Клинского. Вот, мы приехали к вам. Не потому, что мы приехали в Москву, это да. Не потому. Потому что замечательно то, что в Москве есть такая традиция, все-таки да. Встречаться. Все-таки мы соседи были по палатке рядом, а так получилось, немножко, что вы приехали как по-соседски к нам. Темновато немножко, но ничего. Замечательно, что если у вас традиция встречаться. В Питере у нас такого нет. Я думаю, что... У нас тоже это не совсем. Это к этой традиции, это уже вы сейчас меня приучаете. Откуда, да, откуда ты? Сашка начал приучать с прошлого года. Темновато немножко, темновато. В прошлом году он приехал, и мы вот это делали из кальмаров. Ну, да, помнишь, да, с кальмаров мы делали салат. Да. Когда кальмары у нас были еще... Да, по другой цене были кальмары, водочку пили. Да здорово, мы салаты сделали целую кастрюлю. Мы этот салат ели потом, не знаю. Серьезно, целую кастрюлю сделали. Кальмары стали стоить, как икра. Кстати, в этом году можно. Все, в этом году по-новому сделали. И мы узнали, когда Сашка приехал, мы сделали целую кастрюлю и салат. Да. Из кальмаров. А сейчас их даже нет продаж. Сейчас вообще не продают. Нет, их все продали за границу. Тогда у нас просто там... Был рядом магазин, там кальмары. Он и сейчас рядом магазин. Единственная беда в том, что самое, когда ребята пришли вечером все, мы уже были в хлам пьяные, кажется, они еще гуляли, да, а я уже, ну мы же с утра с тобой уже, да, начали. Ребята, вот Антон, приехал, вот да. Это вот, да. Нет, я не про Антона имею в виду. Про Антон, Борьку? Я про Борьку имею в виду, когда ребята пришли. Ну а Борьку не видел ты? Нет, он Борьку в этот раз не заметил. Конечно, она. Ну кто на разливе? Да, Можно я попробую? Давай, Лёчка, давай. Ты меня научи, а? Ну, она уже снимает. Идет, ты держись, она уже снимает, ничего. Лампочка горит, значит, нормально. Ну, вот ты снимаешь, меня видишь, и снимаешь. Может, трансфокатором заехать, может, попробовать. Вот мы такое вино пьем. Покажи, какое вино пьем мы, да. Темновато все-таки. Темновато, потому что свет. Да, в машине темновато. А Сережка нормально получился. А как делать, чтобы поближе? А он сам делает ближе. А вот трансфокатор есть. А вот это вперед. Нажимаешь туда. Наезжаешь, да. Надо руку только всунуть в этот ремешок, чтобы удобнее было. Классно, как вот река не снимала. Да немножко, просто элементарно. Вот давай. Потом посмотрим, да, что я сняла. Я выпиваю за наше... Когда приедешь в Питер, приедешь к Сашке, подожди. Да, сейчас отвальное, послушайте, отвальное сейчас у нас, да. Мы сейчас отваливаем. Сколько, да? У нас заканчивается как-то бег. Коктебель заканчивается. И часы пребывания в Москве у вас тоже уже скоро закончатся, заканчиваются часы пребывания. Ребята, очень ценно то, что мы с вами перестали пить водку, пьем нормальные вина. Понимаешь, потому что мы же, видишь, где все время где-то расходимся. Если бы мы, конечно, пошли бы в баню, можно было бы и водочки выпить. Но поскольку вам же надо было посмотреть... Водка, нет, водка это отдельно, вот водка отдельно надо. Это только за столом и только дома, чтобы можно было сюда лечь и пасть. Да, да. Вот. Ну,
Да, это хорошую закуску, когда мы сделали салат от моря. Тогда, на самом деле, да. Точка, только надо медленно переводить. Вот она по-своему. Медленно, надо медленно. Главное, мы вообще смотрим, там ты начинаешь, и потом сама вот видишь, что-то огромное. Нужно потом огромное, ну, медленно переводить. Ну, брат, вот ты опять. Саша, сейчас тебя очень медленно перевели. Да, я очки только одену сейчас, да. Куда ты сказал, что я сейчас в машине выпью, да? Скажи, шофёрам не продаем. Сашка, хорошо выходит. Нет, она поняла, конечно, что это. И вам же ей не сделали недавно. Ну да, но ей главное. Вот это водителям. Тем более вино-то. Это наш водитель. Ей так вино-то надо все-таки продавать. Она же сейчас бедная тоже, получается, теряется по деньгам, что ей надо переливать. Целлофановый пакет вино разливают. Это уже совсем. Тогда у них пластмассовые должны быть эти. Не видно почему-то. Темно-темно. Нет, это видно. Это пересвечивает. А на самом деле, вот когда просматриваешь, это все. Нет, там будет лучше, конечно. Нет, видно будет. Темновато просто, но видно будет. Вот это Коля. Просто на фоне этого света. Поясняю, просто я не вижу. Сашку почему хорошо видно. Нет. А вот так, и Сережку было хорошо видно. Нет, Сережку не видно вообще. А нет, это от тебя не видно, от меня было видно. Нет, тут пятно. Нет. Черное. Надо наехать по-другому. Сейчас мы наедем. А вот когда ближе наезжаешь, ближе, тогда сразу проявляется, но лучше получается. Ну, естественно. Да. Ну, знаешь, с какой стороны смотрят лучше. Вообще, конечно, было бы здорово, если мы сейчас на Маяковского съездили. А ехали на Маяковского. Во-первых, мы поедем. Мы пойдем на работу. Во-первых, мы посмотрим Москву. Мы просто в метро. Катя! О! Мы специально приехали из Минска, из Питера даже. Даже из Минска люди приезжают. Ну, представляешь, Вадик? Мы вчера грузук побили, вчера грузук. Да, этого не осталось, по сути, у нас всех. Мы были стойки. Человек, так сказать, не новый. Нет, ну Вадик молодец, он прикольный, не сидит, ждет, понимаешь, ждет, да, не ждет. Вадик, а Вадик прямо прямо из Вани, ты знаешь, что он из Вани приехал? Да. Билеты за путь. Слушай, все, я тебя оставляю лежить с вами сейчас. Ой, тихо. Вставляй. Мы приехали. Да, я здесь. У нас есть крафт-палочки. Есть. Да. А налей мне вина, налей мне вина. Вина ты нальешь мне или не нальешь? Коль. Господа, господин оператор. Я иду. Здесь как? Здесь надо как-то это самое. Чего? Приобщаться, если... Да. Я все. Это еще какой-то компромат. Да. Так, билеты что, достаются билеты? Да. Сейчас я свои достану, скинем в общем. Я получил, Билеты покажи. Есть ли билеты? Ну, конечно, всегда. Я не знаю, что это всегда.
предупредила, ничего не сказала. Так, все.